Друзья, всем привет! Во Владивостоке наступило лето. 7 часов утра. Второй день лета. Ну, вчера ты тоже был? Мы пришли погулять на море. Вон бегают спортсмены уже. Там рыбаков очень много. Да, сейчас поглядим. Ну, ветрено. Ветрюганисто. Но пейзаж красиво смотрится. Это мы на второй речке. Здесь вот рядом железнодорожная станция, где останавливаются пригородные электрички. А здесь есть вот такой оазис, кусочек моря. Так что продолжаем нас смотреть. Мы идем гулять. Злачные места тут показывать не будем. Матильда, вперед. А мы пошли погулять, поиграться, попить утреннего кофе на берегу моря. Кофа. О, электричка заговорила. Так что, если погода не будет так меняться, будет тепло и солнечно. Ну, дождик вчера был хороший, и гром, и молния. Первый, как говорится, первый день лета был. Ну как это я впереди? Я бежала за тобой. Так, репеллентами побрызгались, клещей нету. Содержится вчерашний. Матильда, бар, Матильда, молодец, бар, давай ошейник снимем. Все, ты свободна, свобода. Ну, тени какие наши. А вот и море, мы же маринисты, живем на море. Художник. Да, но у нас в семье есть художник. И ты один. Маринисты есть и писатели. Не только художники. Вот здесь посмотрим на эту красоту. Ну, прозрачности нету, намутилось что. Электричка последняя, да? Не первая. Наше море. Скорее бы потеплело, чтобы можно было бы купаться. Правда, купаемся мы не здесь, выезжаем на острова, где водичка почище, и другие бухточки. У тебя свобода, что ты с мамкой, с папкой ходишь? Там тоже репортаж делают инстаграмщики, ютубщики. Так что, друзья, пользуемся моментом. Увидели сегодня в 6 часов, проснулись, нет, не в 6, до 6, смотрим, солнышко встает, хотя ночью дождик тоже был, прошел, но солнышко выглянуло, все, надо бежать, идти гулять. Он главный водолаз. Что, тоже море любишь? Что мы и сделали. Налили термос кофе, взяли несколько пироженок и поехали на троллейбусе. Благо, тут несколько остановок. Вот такая красота. А как приятно сидеть вечерком и слушать звук накатывающей волны.
завораживающий. Поверьте на слово. Там он рыбачок сидит, одинокий. Вот наше побережье здесь. Прилив был сильно видно. Вон докуда докатывали волны. Камни мокрые. Вот морская капуста, трава, остатки ракушек. О чем репортаж? Фильм снимаете о чем? О всем о том же, о море, да? Все о том же, о море. А что сделать? В разгар пандемии, да? Насиделись уже дома. Уже народ без масок в автобусах ездит. Хотя в магазинах требует. Что? Чаечка? Чайка. Где ласточки? Я вижу чайку. Вижу он баклана. А, стрижи. Ну, я бы не сказал, что они высоко, ну, летают, да? Высоко. Ну, правильно. Низко не надо. Нам дождя не надо. А это наш член семьи. Сверхпинчер Матильда. Она умная и дрессированная. Что ты там, соль за... Я тебе, блин, что ты там лижешь? Да? Побежали, побежали. Запахи, запахи. Погнали. Вперед. А вот электрички. Сколько вагонов? 3 единицы. Помалу сейчас ездит. И пару раз в сутки. Птички поют, красиво все. Был бы художником, писал бы картины. Вот так вот проводим время. Скорее бы хоть уже границы пооткрывали все. Чтобы можно было куда-то ездить, отдыхать. Скучновато мы эти полгода провели. Все болели, все лечились. И Китай мы уже забыли. Ну вот, что я хотел вам показать. Утренняя наша пробежка, прогулочка. Хорошо, тепло. Пользуемся моментом. А то скоро опять настанут наши приморские дожди. Ну, лето, как знаете, у нас самый хороший август, до сентябрь бархатный. А так, утром дождик, в обед солнце. Ночью тоже моросняк какая-нибудь может пойти. Такое часто бывает. Но хочется уже солнышко. В общем так, всем пока. Продолжайте нас смотреть, не забывать. Ваш Александр Мунирович.